Так, Сатурн поднимается над горизонтом. 11 июля 2019 год. Харьков, 21:32 по Киеву. И удивительнее всего то, что на улице еще довольно светло. Тем не менее, вот он, наш Сатурн. И видно его не намного хуже, а может даже и лучше. Чем абсолютно темное время суток на темном небе. Позавчера было противостояние Сатурна, но облачность была даже больше, чем сейчас. Так что с удовольствием все мало. Эффект Зеллигера мы, конечно, уже не увидим. Противостояние уже давно закончилось. Но зато сейчас есть шанс снять нашу триаду. Сатурн, Юпитер и Луну. Так. С Сатурном пока все. Сейчас покажу горизонт, чтобы было понятно, что еще. Видимость довольно неплохая. Так, поехали к Юпитеру. С Юпитером у нас все хорошо. Одно только плохо, что из четырех галилеевых спутников сейчас видно только три. Европа сейчас прячется аккурат за Юпитером. И выползет из-за него только после 11 часов, после 23. Ну зато видно Каллисто. Не видно Каллисто, ты представляешь? Справа от Юпитера яркий — это Ганимед. Спутник, а слева от Юпитера — это спутник Ио. Европа, как я и сказал, сейчас прячется за самим Юпитером. Где ж Каллисто? Надо же, я 20 минут назад снимал, еще светло было. Было видно Каллисто, а теперь не видно. Каллисто должен быть правее Ганимеда. И никак я его не вижу. Что ж такое? Да, Ганимед хорошо виден, а вот Каллисто отсутствует. Или я его проглядел. Попробую еще поймать при таком увеличении. Поймать при таком увеличении. Ну ладно. Так, значит так. Есть Ганимед, есть Юпитер, есть Ио. Сейчас посмотрим Луну.
можно считать выход удачным, несмотря на облачка. Ну, с луной, я думаю, проблем не будет. Красотулька. Мимо. Да, через 5 дней будет частичное лунное затмение. Обещают дожди. А вон этот кратер. Как же он называется? Плута, плата. Опять мимо. Да что ж вы такие косые? Так, давай еще. По кому ж там пуляют? Да, хорошая погодка, в смысле штиль. А безоблачно абсолютно небо, я так понял, в этом году лучше не пытаться дождаться. Все время какая-то присутствует в атмосфере. Дымка как минимум, облака как максимум. 360 тысяч километров до Луны. До Юпитера 650 миллионов километров и до Сатурна 1 миллиард 351 миллион километров. Ладненько. Там салютуют. 11 июля 2019 год, Харьков.